Проходи. Прошел уже. Я так понимаю, вы новый исполняющий обязанности, да? Нет, это не новый исполняющий. Немножко не так. Объясните, пожалуйста. А вы кто? Вы кто? Я тоже с вами. Я директор действующий. Вот, я. Очень приятно, наконец-то с вами увиделись. У меня один вопрос к Людмиле Ивановне. Как здоровье, Людмила Ивановна? Ваша ли? Ой, вряд ли. Что же вы мне врете? Почему я вру? Ну, что, вот вы собирались... Да, нам это интересно. Мы сейчас не об этом разговариваем. Мы слушаем друг с собой. Вы кто? Можно узнать у вас, почему вы здесь находитесь? Моему заму. Вы кто? У вас есть бумага какая-то? Значит, на сегодняшний день я исполняю обязанности консультанта. Исполняющего... Сейчас, одну секунду. Исполняющего обязанности директора ГИСОКа.